С сегодняшнего дня в Приднестровье отключили связь с CDMA. Теперь работает только LTE. И сегодня же компания Интернестерком объявила о снижении стоимости мобильного интернета в 2 раза. За те же деньги абоненты получат в 2 раза больше трафика. CDMA ушел, ушла эпоха, а в пакете за 100 рублей вместо 2 гигов теперь 4. Вот так новости от IDC встретили в соцсетях. Еще пару дней назад ходили слухи, мол, грядет большое снижение тарифов. Сегодня появилась официальная информация. Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня в 2 раза уменьшается стоимость мобильного интернета. Это коснется тарифных планов Smart, семейный и актив. То есть за эту же сумму абонент получит в 2 раза больше трафика. Что касательно пакета «Легкие», там в 2 раза увеличивается количество голосовых минут. Вот как это выглядит на деле. На сайте IDC тарифы и количество трафика показали в формате «как было и как стало». Теперь в пакетах «Актив», «Смарт» и «Семейный» за те же деньги в 2 раза больше гигабайтов интернета. 4 вместо 2, 10 там, где было 5 и так далее. А в тарифном плане «Легкие» родители часто покупают его своим школьникам. Стало вдвое больше минут для общения. Компания содержала 2 сотовые сети – CDMA и LTE. После отключения CDMA есть возможность снизить стоимость услуг для наших абонентов. В Интернестеркоме говорят, это только первый этап оптимизации цен на услуги связи. Что будет дальше, подробности пока не раскрывают. Для тех, кто пока не увидел удвоение трафика в своем личном кабинете, сообщают, вдвое больше интернета за те же деньги абоненты получат при очередной оплате услуги. Светлана Мартынюк, Дмитрий Редькович, ТСВ.